Всем привет! Продолжаем тему по саморемонту автомобиля Lifan X60, пробег 38 900, и что у нас случилось на данном этапе. При трогании, когда не хватает мощности, происходит какое-то дребезжание, то ли защита открутилась, на что я думаю, то ли еще что-то. Вот послушайте, мне кажется, откуда-то спереди. Да нет, как будто даже где-то сзади. Вот такой вот непонятный звук. Вон. Что-то мне показалось, как будто бы вот отсюда откуда-то. То ли глушак, что ли, прогорел, то ли защита открутилась. Ну, не знаю, сейчас будем это дело смотреть и устранять. Lifan X60, 16-й год. Так, ну что, залез я, смотрите. Вот видите, в пайке отвалилась от трубы защита глушака, отвалилась. Остальные швы вот хорошие вроде. Тут тоже вроде ничего. Дальняя тоже нормальная. Так что сейчас вот в этом месте поставим хомут. А так надо ехать, конечно, приварить его, чтобы он не дребезжал. Так, ну все, значит, как ставлю, не снимаю, неудобно. Сейчас включимся, как поставим. Ну все, поставил вот такой вот хомут. В принципе, дребезжать вроде перестало здесь. Получилось только, правда, со второй попытки один сорвал. Хотя и брал качественный немецкий, все равно перетянул и оторвал. Вот, так что сейчас поеду, выйду и посмотрю, будет ли дребезжать или нет. Ну а вы послушаете. Так, еще прошел еще один косячок. Вот, начала скрипеть задняя часть. И скрип идет и на сжатие, и на разжим. По ямкам едешь, по небольшим, по кочкам. И все скрипит. Вот сейчас давайте посмотрим, в чем дело. Незаменимый друг в наших делах, брат Валера. И смажет, и раскоксует. Я думаю, не испортит резинки. Ну что, пробуем прям. Блин, вот на ВДшках удобнее, там длинный носик. Здесь, блин, коротенький. Вариантов других у нас нет. Ну, так же смазывает. Не знаю, мне кажется, ВДшка пожирней. Ладно, пускай будет, потому что вариантов других нет. Отсюда облить толку не будет, наверное. Народ, смазал везде, где только можно. Скрип как был, так и остался. Кто шарит, подскажите. Рукожопский ремонт закончен. Будем готовиться, значит, заварить глушитель, защиту глушителя и заменить сайлентблок. Или как он, не знаю, называется. Вот его.
Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Если помог, ставьте лайки. Пока.